Номер лота 86-850. И, внимание, цена 1690 рублей. Да, это мой сегодняшний выбор. Когда я увидела это платье, я поняла, что это мое любимое платье. О таком платье я просто-напросто мечтала. Ну, конечно, дорогие мои друзья, обратите внимание на качество ткани. Давайте рассмотрим повнимательнее. А здесь, поверьте, есть что рассмотреть. Это панбархат. Невероятно дорогой материал с эффектом легкой жаточки. Причем, посмотрите, как интересно, как благородно здесь выполнен рисунок. Вот на таких полутонах просто. Игра со светом, игра со светотенью. Посмотрите, мы просто видим вот такую вот очень красивую картину, флористическую картину, но вот на полутонах выполненную. Здесь у нас и какие-то и цветы я вижу, здесь у нас и полутени. Причем, посмотрите, вертикально ориентированный принт, естественно, вытягивает мою фигуру. Платье у нас абсолютно классического, кстати, силуэта, но при этом, посмотрите, ничего не обтягивает. Именно благодаря глянцевому поверхности нашей ткани мы получаем идеальные пропорции, обтекаемые, нежные. Ну и, конечно же, с нами теплее. В этом платье вы будете чувствовать невероятный комфорт, ведь это хлопок и вискоза. Невероятно приятный к телу материал. Зимой, кстати, между прочим, велюр, я считаю, просто самое то. Да, Оксана, ты знаешь, вот когда ты рассказывала о принте, я поймался на мысли, что дизайнер здесь большой молодец. Да. В данном случае, наверное, он поклонник творчества Дали, потому что что только нельзя разглядеть. То есть полная фантазия. Я как мужчина обращаю внимание на каждую деталь. Да, я нашел и листочки клена, возможно, какие-то лыжи там есть. В общем, на вас будут постоянно смотреть, пытаясь понять, в чем же все-таки и что на себя надела. Платье-загадка, давай вот так назовем. Действительно, платье-загадка. Здесь я вижу даже какие-то вот одуванчики, такие вот уже улетевшие. Да? Потрясающий цвет, потрясающая игра цвета. Посмотрите, сочетание бежевого, коричневого цвета, королевские цвета, но посмотрите на этот велюр, посмотрите на этот бархат. Мне очень нравится, что структура ткани вот такая вот неоднородная, именно благодаря вот такой структуре ткани мы получаем вот это вот потрясающее, богатейшее, невероятно дорогое свечение. Посмотрите, как ткань переливается, ну просто что это что-то потрясающее, это что-то потрясающее. Да, Россия просыпается вместе с нами. Еще раз всем доброе субботнее утро. Где-то уже день, и это самое удачное время для классных покупок. Обратите, пожалуйста, внимание на цену этого платья. Номер лота 86-850. Мы традиционно говорим о том, что мы никогда не перекупаем у кого-то. Мы обращаемся непосредственно к производителю. Выбираем конкретный, допустим, наряд. Далее договариваемся о выгоде. И это выгода для вас, уважаемые наши покупатели. В каком бы регионе вы ни находились, знаете, позвонив к нам в Дисконт ТВ, можно всегда совершить классную покупку. И обратите, пожалуйста, внимание, как происходит момент, когда мы договариваемся о подобной цене. Ну, во-первых, да, около 5000 рублей, такова была заявлена первоначальная цена. Мы смогли договориться на скидку в 3300 рублей, а это ваша выгода. И вот, пожалуйста, центр, красная плашка, 1690 рублей. Это та сумма, которую вы оплачиваете за это платье. Причем, что самое интересное, вы отдаете деньги не заблаговременно, не заранее, а только в момент, когда вы получите это платье. Вы его наденете, вы его потрогаете, и только тогда вы рассчитаетесь за этот прекрасный наряд. Надеть и потрогать это платье, это просто само удовольствие. Я напоминаю акцию, которая у нас сегодня проходит. С нами теплее в этом платье. Вы действительно будете себя чувствовать тепло и уютно, потому что состав нашего панбархата – это вискоза и хлопок. Невероятно приятный на ощупь материал. Ну и, конечно, я напоминаю, что такое платье может стать и украшением вашего какого-то вас и вашего вечера. То есть вы будете украшением вечера. Ну и, конечно, вот чем мне нравится бархат, тем, что сегодня мы можем его носить для повседневной носочки, использовать каждый день. Смотрите, как здорово, специально надела колготки вот такие уплотненные, чтобы вы могли посмотреть, что это платье вполне себе может быть кажуальным. С сапогами, с ботинками платье будет выглядеть ну просто идеально. Вообще, я очень люблю вот бархат, он вот такой вот именно зимний, теплый, уютный, очень мягкий материал, и мне почему-то он напоминает вот о Новом годе. Да, мне очень нравится, как оно на тебе сидит, Оксана, оно будет сидеть так на всех уважаемых девушке. Здесь размер в размер, и действительно, давайте будем красивыми и согреваться, мы продолжаем. Номер лота 86-850.